Ку-ку, меня хорошо слышно? Ничего себе, как у вас тут много собралось! Вот это да! Я даже смущаюсь. Но мои папочка с мамочкой мне все-все про вас рассказали. А еще рассказали, что у моего старшего брата сегодня праздник. Желаю крепкого-крепкого здоровья. Это ведь самое главное, да? Жаль, конечно, что я не могу лично поздравить. Но я обязательно сделаю это в следующем году. Я уже очень-очень тебя люблю, Иоанн. И очень-очень жду нашей встречи. В декабре уже увидимся. Вы хотите узнать, кто я?